Я думаю, для нашей страны это абсолютно не важно. На фоне тех достаточно серьезных проблем, которые стоят в области политики, экономики, в социальной сфере, конечно, конкурс «Мисс Вселенная» — это так вот. Это, я думаю, чей-то коммерческий проект, кто-то на этом хочет заработать каких-то денег. Если какие-то деньги там или отчисления с налогов пойдут в бюджет, ну, дай бог, это было бы, наверное, и неплохо, может быть. Важно только, чтобы эти конкурсы не превращались вот в откровенную похабщину, как это очень часто бывает. Мне тоже доводилось с этим соприкасаться. Обычно вокруг этих конкурсов очень много грязи, и во многих случаях это все очень плохо заканчивается. Ну, по истечении, по завершении конкурса для его победительниц, для его участниц и так далее. Поэтому как мероприятие, в принципе, как вид деятельности, я это, в общем, не одобряю.